Меня зовут Ринат Кибраев. Вас? Галия Аспанова. В социальных сетях получило распространение видео, где вас якобы задерживают сотрудники правоохранительных органов. Это правда? Нет, я бежала с Карасай-Батыра, с Сейфуллина сюда. Меня остановили, проверили документы. Затем я взяла документы и перебежала дорогу на другую сторону. И торопилась, споткнулась, упала. Здесь подошли люди и стали меня поднимать. Они думали, что мне плохо, хотели скорую вызвать. Сказала, нет, не надо, я побежала дальше. Я просто домой торопилась. А то комментаторы в интернете пишут, что вас якобы волокли по земле и потом насильно доставили в РОВД. Нет, меня по земле не волокли и в РОВД не доставляли. То есть ничего такого не было? Не было. А вы к сотрудникам правоохранительных органов претензии имеете? Нет, не имею. Они только помогли подняться. То есть ничего серьезного не произошло? Нет, ничего серьезного не произошло. Хорошо, спасибо.